Наша семья обращается в ваш фонд с просьбой о помощи. Больше 2 лет назад у нас случилось большое горе. Наш единственный дом, приобретенный на материнский капитал, из-за неисправности газового котла сгорел. Мы остались фактически на улице. У нас 2 детей с инвалидностью, 7 лет двойняшки. У одной аутизм, у другой ЗПРР с аутистическим спектром. Из-за того, что одну из дочек не берут в детский сад, так как нет тьютера, я не могу выйти на работу. А муж из-за разбора сгоревшей крыши и части строения обострился артроз обоих коленных суставов. В октябре ждем замену по квоте. Прошу вас о помощи. Нам больше некому обратиться. Всех верующих поздравляю с наступающей Пасхой. Счастья всем и добра.